Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Кэп, и сегодня у нас распаковочка посылки, даже не знаю, приготовил ножик, понадобится ли он мне тут. Так, сейчас мы распакуем. Это пришло что-то для камеры, либо штатив, либо что-то, либо крепление на голову. Блин, сейчас все руки замараю в этом клею каком-то, так что лучше отрежу. Вот. Не знаю, что точно пришло, вообще сейчас не ждал посылку, просто пришел почтальон и принес, сказал это вам. А слушайте, тут даже две посылки, может быть даже что-то это, что-то другое. Нет, это все-таки штатив пришел нам. Да, конечно, коробочка не очень. Надеюсь, там все целое и надеюсь, все нормально. Так, блин. Так, да, это штатив и он железненький. Да, с ним вроде все нормально. Что это такое? Не разбираюсь в этом, но думаю, разберусь. Вот такой штатив. Интересно, ножки удлиняются. Ох ты, ножки удлиняются, это хорошо. Так. А, наверное, я понял, это жесткость регулировать вот этой штуки. Точно. Ну вот такой вот штатив. Конечно, он, блин, маловат, наверное, все равно. Потому что я сейчас снимаю на очень высокий штатив. И не знаю, может, ставлю фотку. Он у меня вообще сделан самодельный, из карандашей. Короче, скину, ну как, не скину, а вставлю сейчас фотку. И вот, теперь, наверное, буду снимать с этого штатива. Но не знаю, мне кажется, он слишком низкий. Так что даже не знаю, буду или нет снимать с него. Может и буду, так-то в принципе и нормально. Ну, посмотрим. Ну что же, вот такая сегодня была посылочка. Еще такое крепление есть. Но, в принципе, такое крепление у меня уже было, потому что оно идет в комплекте с камерой, когда покупаешь. Но лишним не будет. А, приклеилась. Уйди отсюда. Ну, также еще мне должно прийти крепление на голову и прищепка вроде как, и еще кое-что. Так что ждите посылок. И вот такой вот на сегодня был штатив. Железный. В принципе, качество меня устраивает довольно-таки хорошо. И очень хорошо, что жесткость вот этой фигни регулируется с помощью вот этого болтика. Потому что у моего штатива, который у меня был, правда, я его уже, как бы можно сказать, сломал. У него не регулировалась жесткость. И, короче, бывало так, что просто камера падала вперед или в другую сторону. А у этого хорошо, что регулируется. Это огромный плюс, и за свои деньги, что вот это вот стоит, мне кажется, нормально. Причем я купил это как бы на распродажу 11.11, ну, думаю, все знают. И вот, оставлю ссылочку в описании на такой штатив, кому нужен, покупайте. Ну что же, все, с вами был Кэп, всем пока.